Okay. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 36-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». И в этом уроке еще один виджет для бэкграунда. Это у нас вот такие разноцветные шарики или кругляшки, как хотите называйте. Они летают сами по себе, в принципе нормально смотрятся, имеют прозрачный фон. На 100% можно растянуть этот виджет, и при этом ползунок внизу не появляется. Плюс, если я вожу по данной области мышкой, мышку преследует большинство таких кругов. Вот вы сейчас это видите, да? Может быть, подойдет на каком-то детском лендинге. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, виджет перебрасываем на холст. Вы видите, что можно использовать какую-то определенную область для этого эффекта. Вот вы видите, да? Определенная область только. У данного виджета нет никаких эффектов, вы просто его помещаете, где вам нужно, и все. Больше ничего с этим сделать тут нельзя. То есть вы вот так можете спокойненько растянуть его чуть ниже, и он уже будет работать. Вот таким вот образом. На этом здесь все, и увидимся с вами в следующем уроке.